перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Че, пацаны? Какие дела? Здорово, здорово. Че нового в рэпе, ебать? Расскажите новостей. Да заебато. Все заебись. Отдыхаю от всего. Лень что-то делать даже. Здорово, Киев. Душевно. Ну, кстати, на видосе интервью не кажется таким душным. По крайней мере, мне так не показалось. Вживую мне как-то более, так сказать, больше ощущения монолога было, что ли. На видосе как-то вроде и не напряжно. Да, в барбершопе давно не был. Я дома на отдыхе, на заслуженном. За Бен над тобой Кингстон угорал в Твиттере. Да похуй, я нормально к таким вещам отношусь, когда кто-то что-то может написать в Твиттере. Эдик нас предупредил вообще, блядь. Если бы не Эдик, может быть, канал бы РБЛ забанили. Эдик своевременно отреагировал, написал мне личное сообщение. Говорит, Антоха, блядь, банят за букмекеров, блядь. Пиздец. Не, не бухал, сейчас бухаю. Погода, ну, бля, ветрено сегодня. Ветер прохладный, вчера жарче было. Я знаю, что я лучше. Е, нахуй. По-любому. Кто не знает, любимое пиво Оксимирона. Да он так сказал, по крайней мере. Я надеюсь, это не внутряк. Ну, то, блядь, мало ли. Зову пацанов. На финал. Приходите, блядь. Все приходите на финал. Потому что непонятно, что с расписанием у нас, непонятно, блядь, что с контрактом, из-за того, что в любой момент могут из-за букмекеров забанить, но у нас же с ними есть договор, то есть нам либо разрывать с ними договор, либо выпускать, и есть вариант забанить, либо переждать. И вот мы думаем, что делать, короче. Я за Конора. Я сам, как бы, у меня корни ирландские есть, поэтому я за Конора. Вот. Такие дела. ЦСКА Реал не смотрел, только гол видел. Стрим, не знаю, мне тут не очень комфортно проводить стримы. Хотя бабки сейчас нужны пиздец. Вот, но, видимо, как только домой приеду. Я не говорю, что я не буду звать блогеров. По-моему. Здорово. Слава Минску, по-моему, нет, по-моему, не смотрел. Может, что-то включал так на минуту. Такие дела. Ну так сейчас что, блядь, надо межсезонье делать, я все ленюсь. Сижу в этот, в Assassin's Creed играю, ебать, в новый. Какой-то он каличный, нахуй. Вот, блядь, был God of War, вот это, блядь, игра. А это что-то так. Здравствуйте, здравствуйте. Ёб твою мать, блядь, все снесет все нахуй. Почему Келпи выпустили раньше Кондрашова? Потому что там все связано с рекламой. Не бадал. Не являлся перспективным в этом плане. Поэтому его и выпустили. Ну, без рекламы. Но как батл он мне нравится. Что с бодибэгом? Да ничего. Ну как бы, блядь, объяснил. Что не надо
какие-то моменты выносить, тем более не то, что выносить, а ну, перевирать, блядь. Ну все, поговорили, собственно, все. Ну, как бы, блядь, сейчас вас на... Ебать, зажигалку, блядь. Калечную какую-то взял. Спасибо. Пивко, я. Савергон для первого раза молодец. Довольно-таки достойно выступил. Реп читал. Вот. Не дома. Парламент. Нет, альбом Фейса не слушал. Я вообще в последнее время слушаю мало новой музыки. К сожалению. Третий сезон Рэбла будет, разумеется. Все заебись, пацаны. Кстати, Дипа альбом пролистал на днях, вчера или позавчера, не помню. Какую пару большинство ждешь за публикованных? Ты имеешь в виду финальную фишу? Да, в принципе, все. Где самые высокие коэффициенты и быстрые выплаты, пишет Ян Янов. Янчик, ну, явно не на Мосбете, потому что Мосбет вам ебанули, а нам все-таки с 1xbet не ебанули канал. Но если встанет вопрос когда-нибудь, что Мосбет останется единственной конторой, которую можно рекламировать, то там. Короче, блядь, где рекламить можно, там и все пиздаденько, блядь. Каких новых рекламодателей? Не знаю, потому что я ебланю, блядь, и нахуй. Вон, блядь, напишите версию, пусть это тут спонсоров. У них дохуя там всякие прачечные эти ебаные. Блядь, кто... У них прачечная 5 лет. Вот мне интересно, хоть кто-нибудь постирал этой прачечной после рекламы версию? Типа, блядь, чем она отличается от других прачечных, нахуй? Фифу новую хуярю, да, блядь. Сейчас это, Weekend Лига ебаная. Первый матч выиграл 4-1, второй 5-4 проебал. 3 гола вообще, таких дураков залетело, пиздец. Да, я думал, Хабиб Конор, блядь, сегодня с утра, ну, вернее, вот, ну, грубо говоря, завтра, да, в 5 утра, блядь, а он, оказывается, нахуй, с субботы на воскресенье, блядь. Такая хуйня. Поэтому, блядь. Ой. Погода заебись, только ветер какой-то пизданутый, блядь. Что-то нахуй сносит тут, ебать, все. Будут стримы по фифе, да хуй знает. Посмотрим. Фифу на ютубе смотришь? Не, не смотрю. Ну, сейчас не смотрю. Ну, интервью, как сказать? Ну, мне казалось, что немного оно моноложное такое. Вот в этом плане оно мне не очень понравилось. Ну, и некоторые вопросы из серии, блядь. Оплаты монтажа DeepXSense, пиздец. Кто Хабиб или Конор? Да хуй знает. Посмотрим. Я же ирландцер. ПМ на РБЛ вернется после Нового года. Я так думаю. Вернее, не думаю, я знаю. Кроме Месси поймал кого-нибудь, блядь. Про Месса ловил этот, как он, не информ, как он называется, нахуй, я не помню. Какую-то карточку, короче, его, ну, за 100 тысяч продал. Что-то такое значимое, не помню уже. Кто сильнее, Шум или Диктатор? Ну, я не знаю. Так, по мне, они достаточно хорошо оба делают, но мне больше нравится батл Диктатора. Ну, чисто по вкусовому предпочтению. Хотя у Шума с плейбэком хороший батл. Да мне вообще понравилось давать интервью, надо еще где-нибудь, блядь, сходить, попиздеть. Только не о батл рэпе там ебучем. Здорово, Испания. Состав FIFA
в воротах Кепа, в центре защиты Ван Дейк и Пуйоль, 92-й. Справа Валенсия, слева Робертсон, в центре поля Фред и Канте. Три атакующих: Азар, Месси, Лукас, Апельник и центр форвард Заха, блядь, как его там зовут. Да, вот я Дудю обосрался, блядь, сходи нахуй. Я отборы 140 не смотрел, я начну сразу с сезонов смотреть и их рвать на медах. Не хочу отборы смотреть. Спасибо, я охуенный. Хуй знает, не знаю, рейтинг. А, дивизион в четвертый перешел. Вернее, перехожу сейчас там. 10 очков осталось. И рейтинг первый. Привет, Пятигорск. На РНБ пойдешь? Обязательно. Так, приеду. Будешь стримить про ЕГПМ? Да мне, блядь, со стримами напрягать нахуй. Так вернусь. Обязательно. Науку Модрича. Да, блядь. Я красивый, спасибо. Я охуенный. Планирую сам балик. Да хуй знает. Есть пара у шлепанов, которые мне не нравятся, но мне так лень, блядь, что пиздец. Прокат PS4 мне пишет пацаны. Привет, Антон. Привет. Ты как будто в санатории. Да я считаю, в санатории. В Питер числа 12 вернусь, наверное. Антон, как бы мой... Кроешь истории про Романа Великана. Охуительно. Ну, после просмотра не самые печальные у меня впечатления но в интервью. Могло быть и хуже. На РБУ не хочу батлить, потому что это немного неправильно. Ну, типа я организатор и батлю на своей площадке. Я заранее в каком-то выигрышном положении изначально. Да, Дудя смотрел с Фараоном. Ну, такое. Видно, что Фараон такой, типа, сидит. В пизду это все. Ну, какое-то странное интервью. Мне тут, блядь, написали, что Андрюха Прайм опять мошенничает, блядь, пацаны. Человек неугомонный, блядь, просто. Говорят, кого-то на Хаммер кинул, блядь. Владельцы мне какого-то хаммер-клуба писали, говорят, Андрюха, мошенник, блядь. Я думаю, нахуй, вот человек, блядь, а? Достигает все, нахуй, свои, все свои цели, блядь. Альбом Гуфа, ну я не слежу уже, к сожалению, за Гуфа. Андрюха Прайм делает дела, блядь, пока мы ебанимся в Питере, блядь. Братишка хуярит дела. Позовешь Брагин на РБЛ? Да хуй знает. Так тебе Рилока в этом базе хорош. Рилока мне почти всегда нравится. Мияги не слушаю. С отцом эфир еще будут, да надо сделать, конечно. Надо сделать. Львовка почему позовут? Как не позовут-то? Шабаса.
смотрел Planet Dead No Battle. Нет, специально для до стрима не смотрю. Азар или Салах? Азар сейчас. Когда эфир с маэстро битов? Да хз. Тут бы самому начать эфир. Здорово, здорово. Это следующий гость еще хэппи, я не знаю, потому что у меня и так напряги со всеми делами. Я тут сижу и думаю, блядь, я через неделю приеду, ебать, и так, блядь, так сказать, увязну в делах, блядь. Я сейчас наслаждаюсь моментом. Хотел бы в Харькове побывать, нет, ни в коем случае. Месси или Роналду, да похуй на них. Межсезонье, конец ноября, конец декабря, конец января, скорее всего, так. По крайней мере, планы такие. Ну, дату еще не ставил. Да я где был, блядь, на вашей Украине, ёбаный, брат. В Харькове живет, пришивет генерал, блядь. Нахуй мне туда ехать. Не, я не в царском селе, блядь. Хотя это, в принципе, можно называть царским селом. Кто согласовывает пара на мейн? Я. По Данире скучаю очень сильно. Данирыч, родной там, без меня. Но я скоро приеду к нему. На сезоне, как тогда, два ивента. Три встречи будут. Правильно. Знаком с Никитой Ковальчуком, нет в плане сделать что-то серьезно. Ну мы как знакомы, я что-то сказал про Картава футбол, он добавился ко мне в друзья, я ходил там на пару матчей, так чисто ему Соломолю кинул, когда они победили. Ну вот, ну каких-то таких моментов мы не обсуждали никогда. Ну мы в принципе там парой сообщений перекинулись. Вот. Но я по футбольчику был горнул, чего нет. Каупе будет еще на это был. Каупе в третий сезон пойдет, насколько я знаю. Но он еще до этого будет. Когда next эфир? Скорее всего, как вернусь, не знаю. Мне тут неудобно эфирить. За Конора нахуй. Ну что, вы все? Подохли, что ли? Блять, холодно, что-то пиздец. Пиздец, как говорит Хохлов, пиздюшный. Спасибо. Я охуенный. Остались еще блять на финал, да? Ничего. Пара сотен осталось точно. Пьемка, только пьемка. Я не часто бухаю. Кознер будет на РБЛ. Это, кстати, не знаю. Мы разговаривали, но конкретики не было. Ожидаешь солдат на финал? Ну думаю, да, там хер знает, посмотрим. Сеймер будет батлить, когда узнаете?
Нет, Окс на эфир не придет. Сколько людей примерно в баре на финале? Бо финала еще не было, блядь. Я мельком послушал альбом Дипа, каких-то, у нас в Кингсе нет конфликта, какой нахуй конфликт, блядь, два дня назад списывались, блядь. Считаю батлы за третье место ни о чем. Хавай, да рыбку какую-то ебучую. Было бы круто увидеть тебя в каком-нибудь КФ или его на встрече РБ, он вроде в теме батл дружище. Я открыт для общения. Здорово. Пишите в комментарии, Никита. Почему нет? Чуточку странно иногда вопросы в интервью. Блять, ни чуточку. Ни разу ни чуточку. Да эфир не знаю, чуваки. Скорее всего, как вернусь. Ладно, погнали.